Моя помощь нужна? Вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг, будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали. Мы с мужем покинули платформу и зашли в поезд. Помню, с каким чувством я смотрела на наш городок и вспоминала, как счастливы мы здесь были. Однако новая жизнь в Салеме увлекала меня гораздо больше. В пути я было задремала под мерный стук колес, как вдруг раздался пронзительный скрежет металла о металл, и сон мгновенно меня покинул. Поезд остановился. Кругом царила тишина, было слышно лишь, как ливень барабанит по крыше. Я выглянула из окна, но ничего не смогла разглядеть, на улице было слишком темно. А затем вспыхнула самая яркая молния из тех, что я когда-либо видела. Мой муж решил выяснить, в чем причина задержки, и пошел в головной вагон. И тут в хвосте поезда закричала какая-то женщина. В числе прочих я поспешила к ней. Когда женщину спросили, что случилось, в перерывах между рыданиями она могла лишь промолвить, что под дождем бродят духи мертвецов. Мне показалось, что странным образом на всех пассажиров внезапно нахлынули болезненные воспоминания. Про себя я это могу сказать точно. Все это напугало меня настолько, что я тут же отправилась искать Джо, но его нигде не было видно. Я уже добралась до локомотива, но так и не встретила мужа. Я выглянула из ближайшего окна и увидела машиниста. Он пытался убрать с путей упавшее дерево. К нему шел Джо. Я была уверена, что он хочет помочь расчистить пути. Но, к моему ужасу, вместо того, чтобы взяться за ствол, Джо поднял с земли камень и размозжил машинисту голову. Я выскочила из поезда и подбежала к нему. Но увидела, что это уже не тот Джо, которого я знала. Он был будто одержим чем-то, не могу выразиться яснее.
Потом его что-то напугало. Он отбросил камень в сторону и стремительно бросился к лесу. И вот тут, я точно это помню, эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Прежде чем Джо исчез за деревьями, вспыхнула молния, и я увидела, как за ним что-то гонится. Его преследователя я могу описать только как призрака, закутанного в черное. Хотя, не знаю, может быть, это была просто тень. Полиция несколько дней прочесывала лес в поисках Джо, но его так и не нашли. Поначалу я вернулась домой, но воспоминания о прошлой жизни не давали мне покоя. Иногда, когда я без сна лежу в постели, меня преследуют мысли о том, какой могла бы стать наша жизнь, если бы мы не сели в тот поезд.
Простите меня. Я и не думала его брать. Постыдилась бы, Бриджит. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами тебя точно объявят ведьмой. Моя помощь нужна? Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. О. Это знак убийцы.
Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер! С какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты! Ты вообще не врубаешься! Не врубаюсь? Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где, да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Да. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может, мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся. Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Что-то плохое. Я вроде слышала про убийство. Нет, прямо вот только что вся полиция на ногах. Что такое? Не знаю. Видимо, что-то серьезное.
Я помню яркую вспышку, а потом... ничего. Слышали, что тот парень сказал? В церкви святого Бенедикта что-то случилось. В церкви? Да что ж сегодня за ночь такая? О, точно. Это правда. Кажется, я слышал сирены. Что за спешка, ребята? Куда это вы? А, нет, нет. Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя.
Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой, Джой, не надо! Зараза. Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Thank you.